Здравствуйте, здравствуйте, любимые подписчики. Мы играем в FIFA Mobile. Кто не играет, хорошо узнает, как его играть. Ну да. Нас... Я Мбаппе и Криштиану Роналду. И сегодня мы узнаем, какой у нас рейтинг. У нас рейтинг 120-76. Вратарь Скензи. Левый защитник Левый защитник Робертсон, левый второй защитник Магуайр, правый защитник Салиба, еще правый защитник Гертрудия, полузащитник Рабио, Кову и Махтаян, правый атакующий. Кристиано Роналдо, атакующий Роналдо, левый атакующий Винисиус Джуниор. Мы сегодня играем... Что играем? Я не знаю. Может быть, сейчас будет событие Ливи, а сейчас играем и это. Турнир Лиги? Что? Ладно. Да. Ой, нет, и тот нет. Кадр. Надо это вырезать. Ладно, шутка. Это играет Кристиано. Может, Килиан играет, если мог. Хорошо, загружает твой планшет. Спасибо. Ой, какой простой задача. Ну-ка. Ой, а можно хоть бы один забить? За что? Хотите, я рассмешу? Знаете, сколько будет 150 плюс 150? 300. Тракториста. Допустим. Какой хороший. Согласен. Ну-ка, Криштиану, это на тебе. А чтоб я потом тренировку выполнил. Хорошо. Да. Это очень хорошая песня. Я очень люблю эту песню. Но имя не знаю. Это имя FIFA Mobile. Сейчас мне хорошо загружает твой. 50%. 50 миллион процентов. Килиан, ты дурак? Сам. Ладно. Бабит слайфа. Пока загружается. Спустя миллион лет. И сейчас скоро начнется игра. О, мой бог, я на втором не могу пройти. Ну, я лучше пойду, пока он будет играть. Мне очень простой задача выиграть. Я не знаю, какое имя этот команду, но очень... простой задачу победить эту. Ей какая-то, если что, было. Рабио. Криштиану. Ну что у тебя тут творится? А? Магуайр. Очень... И... Как это? Роналду! Задес! Винисиус! И... Гол! Что? Винисиус Джуниор! Винисиус Джуниор! Задел Винисиус Джуниор, но играть Криштиану Роналду! Офигеть! Можно! Мама! Какой пас делает Роналду Назарио? Гобу. Это не очень. Лерой. Дели плохо. Ой-ой-ой, очень пока что.
Респект, Винисиус. Что? Ай, палец. Мы устали. Пас. Винисиус, И угловой. А можно я забью этот угловой? Пожалуйста. Понятно. Удар нужен. Удар! Вот это гол! Сальба! Сальба! Фрейся и Арсенал! Сальба, ты что творишь? Что Сальба! Что происходит? Итальянцы, не знаю, там, испанцы, не ты знаю. Чего говоришь, Киллиан? Ты сейчас что делаешь? Я не знаю. Ничего. Судья, судья, кажется, сумасшедший, как и... так, судья, дебил. Простите, что тут творится? На матче. Что такое? Мы почему не хотим Google? Мы тоже. Я тоже не хочу. Это, этого вы не видели, дорогие подписчики. Сальба! Дорогие подписчики, простите, я не кто-то звал. И победил Реал Мадрид. Ну, но без меня Киллиан, его имя Мадрид. Потому что их, видите, этого не было, если что, в кадре. Я не знаю, как это появилось, это тоже не за разумение. Тихо, не ломай тут ничего. Криштиану. Простите, это извинение. Ну так произошло. Так, а что происходит? Я чемпион. ЛЧ. Теперь мы сыграем после. Сейчас играет Киллиан. И что? Ребят, нет места. К сожалению, мы не можем продолжить. Ну, с вами был.